Всем привет! Сегодня у нас на рассмотрении очередная посылочка с сайта AliExpress. Заказала я себе уже, который очередной раз, ресницы. Вот так они были хорошо запакованы в пупырку. Но коробка все равно постраждала. Так. Что у нас здесь? Так. Здесь еще вот одна пупырка. Вот видите, коробка вся помялась. Меня немного расстроило. Так, в общем, вот такие вот реснички. Заказывала их за $1.28. Вот так вот они выглядят. Такая, в принципе, симпатичная коробочка. Сердечко такое. Эти ресницы я еще не пользовала. На ощупь они такие жестковатые. Я бы не сказала, что они такие как мягенькие. Ну, в принципе, на свою цену выглядит. Здесь 10 пар по 2 штуки. Видите, как такие как переплетиками такими. Конечно, еще не пробовала. Не могу вам точно сказать, как они смотрятся на глазе. Но я читала отзывы, все писали, что классные. Я смотрела фото, всем нравились, все довольны. Но, в принципе, они вот немного как некачественно сделаны. Конечно, цена дает свой знать. Видите, вот здесь немного торчит лишнее. Нужно будет самому подрезать. Вот здесь вот так же. Так. Такая вот коробочка. Все на китайском написано. Здесь вот также можно его брать, выгинать и сюда вешать. Интересно. Видно, как на продажу также можно налетала, так повесил себя и все. Такие вот реснички были у меня. Я вам в описании потом напишу, как они мне в деле. Длинные или нет, потому что, как вы знаете из предыдущих видео, я хотела себе покороче, потому что длинные я пока еще не привыкла. Так что переходите, ссылка будет в описании, смотрите. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Yeah.